Илья Муромец, мощь цепкою, канонизирован русской церковью. Главный русский богатырь, скромный, нехвастливый пузырь. На войско идет один, он главный герой русский, блин. Как ухнет, булавой косит траву, вражью мусульманскую ботву. Он и герой германских эпических поэм века. Смотри на картине Вознецова у барука. Там он мощный богатырь тоже, по родине тоскующий, похоже. Илья Муромец в скандинавских сагах, сказано в старинных рукописях, бумагах. Там он князя Владимира кровный брат. Все это было много-много веков назад. Эх, булавушка ухнет, эх, родимая сама пойдет. Да сама, сама. Somebody.